Люсико, из-за пазухи вылазим, нет? Кто там идет? Кто там? Ой, папа идет, Люся. Конечно. Ой, скажи, где ты был? Где ты был, скажи, да? Что ж такое? Скажи, я тебя ждала. Нет, она ко мне хочет. Да, конечно. Ревность говорит, да, конечно, к тебе. Иди ко мне, иди. Между ног, раз. Ага, раз, пошла, да? Тихо. Деловая колбаса, да? Люся, иди, вон Ангелина стоит. Иди, оп. Скажи, Ангелина, возьми меня. Да? Я тяжелая. Ты тяжелая? Нет, это Люся говорит, Ангелина, возьми меня. Да? А Люся пошла драконить Жорика. Ты, главное, пазлы свои держи. Хорошо. Потому что она сейчас пойдет и начнет пазлики складывать. Да. Что ты уже у Жорика отжала? Ой. Жизнь удалась, да, Люся? Там жизнь полежу, прекрасна там, и удивительна, там да. Там полежу, там похожу. Угу. Я покажу. Люсико, зубы не сломаешь? Люсь. Дик. Апа. Ой. Сидит. Сидит. А меня? Да, возле челюсти. Ноги. Потянула. Да. И орешки все грызет. Я погладила. Да, ты погладила. Ой. Атош, скажи, Ангелина, возьми меня покатать. Да? Ну? Она с тобой играется. Оп! Давай. Куда? Куда? Неугомонная. Ой, что вы. Кто у нас такая злюка? Ой, да? Люся, кто у нас такая хозяйка? Она разгрызывает теперь. Да. Скажи, Ангелина, возьми меня покататься, да? С тобой играется. Орехи. Вон покусила какие. У Жорика отжала. Любит она коробки. Вообще. Люся, Ангелина, тебе вон орех. Ах ты ж. Это что это? Где? Что это? Это она коробку разгрызла. Ой, папа как драконит. Вот так и живем, да, Люся? Так, не лезь. Люся, не лезь. Ой. Лежанка твоя. Моя, папа. Твои пазлы, да. Зоечка, что? Забыли. Что, мой мальчик? Что? Ну, иди. Мальчик. Иди. Что, мальчик? Выходи. Выходи, мальчик. Давай. Люся, Жоя выходит. Да. Такая и тишина, Жорик сверху такой. Люся. Не уходит, да. Жоя.
Жочка, выходи. Она не уходит. Он не выходит, да? Она не хочет. Не хочет, ты думаешь? Ну, Люся на всякий случай такая уже за ногу взялась. Жоечка, выходи. Жоя, хороший мальчик. Жорик, мальчик. Хорошая птичка такая, да? Хорошая птичка. Да. А Люся там ждет. Ой, вообще стену ободрали. Так, Люся. Люся, Люся, Люся. Давай, 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 давай. Давай. Нет, дорогая. Оп. Все, на голову залезла. Сейчас придет. Жоя. Жоечка. Да. Жоя хороший такой, да. Хороший мальчик, да. Это Люсина подстилочка, чтобы ей спать, да? Это что это? Люсина, неси ее сюда. О, нет, это что-то огонь. Там что-то лежит, не знаю. Там чего только не лежит. Там опять надо... Кто-то пришел. Уже кто-то пришел? Что это? Не успеваем наводить порядки, да? Ничего не успеваем, да. Ни порядки наводить не успеваем. О, о, о. Кто там должен? Папа прийти? Люсь? А? Как Люся делает? А? Ой, дедушка пришел-то. Где дедушка пришел? Вон за окном. Люся? А? Что там? Ой. Ага, ты нашла с орехами. Да сейчас все полетит. Пришел, 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 пришел. С яблоками, с подарками, с орехами. Собака. Садись. Что? Что будешь? Ну, все буду, скажи. Яблоко буду, да? И прятайся, прятайся. И есть за пазухой. Люся. Ой, Зоя. Я даже не увидела. Смотрю, смотрю, Ангелина стоит на табуретке. Закрывай. Это первый, ну что он только вышел, первый признак, что выходит Жорик. И главное, клювом подошел у меня. Раз-раз, типа, поворачивается ко мне, да. Что ты Люсю снимаешь. Скажи, да? Я же звезда тоже. Груша заходит, Люсь? Ангелина уже четко. Раз и на табуретку. Да? Когда Жорик выходит. От Люси так не спрячешься. Пазлы. Пазлы подними. Пособирай, это Люся там уже. Мам, я хочу яблоко. Ты яблоко хочешь? Надо помыть, пойти яблоко. На. Иди помой яблочко. Скажи, как Люсе так вы даете, да? Как Ангелина так сама должна яблоки мыть? Сейчас помою.